Салехард встретил необычных гостей. 1 236 000 мальков Муксуна прилетели из Санкт-Петербурга, чтобы отправиться в главное плавание своей жизни. Акватория Нижней Оби – их естественный дом. Все эти рыбки родом из местной популяции. На Сиговом выпускном побывала Лиля Зайнулина. Земля, воздух, вода. Прежде чем вернуться домой, малькам Муксуна пришлось и поездить, и полетать. 3 часа в воздухе они перенесли стойко. В аэропорт Салехарда рыбок доставили на грузовом Боинге. 4 контейнера, по 2,5 тонны каждый. И это только первый взнос компании «Газпромнефть» «Новый порт» в проект возрождения рыбных богатств Ямала. В ближайшие несколько лет 20 миллионов малька вот этого вида будет выпущено в Обский бассейн. Сегодняшнее мероприятие, оно уникальное. Мы, по-моему, впервые осуществили транспортировку этого биоресурса самолетом. С мальком все в порядке. На доставку груза отводилось максимум 24 часа. Контейнеры поддерживали оптимальную температуру воды. Сопровождающие следили за подачей кислорода. На барже мальков доставили в Нагульный Сор, в 20 километрах от Салехарда. Место для выпускного бала подбирали долго и тщательно. Малек должен быть в непроточной воде, ну, в смысле без сильного течения. Этот сор интересен тем, что в принципе в нем не очень много хищников. То есть мы таким образом в какой-то степени пытаемся сохранить большую часть выпущенной молоди. Вот. Ну и место, в общем-то, такое доступное для того, чтобы зайти на данном судне. Прежде чем выпустить муксунят в обь, специалисты добавляют в контейнеры речную воду. Переход в новую среду обитания должен быть плавным, чтобы избежать температурного шока. Ну а потом вперед на вольную волю. В главное плавание своей жизни отправляется более 1 000 000 выпускников Лужского рыбоводного завода. Это первый реальный шаг к восстановлению популяции ямальских сиговых. Возраст взросления муксуна от 3 до 5 лет. Сейчас вес каждого не более грамма, но специалисты считают, что они уже готовы к самостоятельной жизни в Оби. Обычно рыбоводы маркируют своих подопечных, чтобы проследить их дальнейшую судьбу. Но муксунята для этого слишком малы. Так что единственным источником сведений о том, сколько мальков выжило и как они растут, станут местные рыбаки. По статистике, до половой зрелости доживают не более 7% рыб, полученных искусственным путем. И даже эта цифра считается очень хорошим результатом. Ориентировочно до детородного возраста доживет около 50-70 тысяч. По тоннажу это где-то около 150 тонн. То есть рыбаки смогут выловить 150 тонн муксуна, который затем пойдет на рынки там, или на население. Чтобы восстановить популяцию сиговых, на Ямале предпринимаются и другие меры. Полностью запрещен вылов муксуна, ведется активная борьба с браконьерством, строится собственный рыборазводный завод в Харпе. Когда знаменитая рыба вернется на столы северян, предсказывать не берется никто. К счастью, предприятия ТЭК, работающие на Ямале, проблему понимают и помогают ее решать не словами, а делом. Лилия Зайнулина, Сергей Пикалов, Вести, Ямал.